Главное новогоднее поздравление собрало в Центре молодежного творчества порядка 450 талантливых ребят из разных уголков региона. Юные гении на несколько дней отложили книги и дела, чтобы в большом коллективе встретить веселое торжество. 2017 год для этих мальчиков и девочек был насыщенным, захватывающим и интересным. Кто-то усердно трудился в одном направлении, а кто-то, подтверждая знаменитую фразу «талантливый человек талантлив во всем», пробовал и открывал новые горизонты. У меня в районных олимпиадах по математике, белорусскому языку и в районной олимпиаде по правилам дорожного движения у меня было первое место. По информатике и русскому языку у меня было второе место. Еще раньше я участвовала в конкурсе, посвященном Анне Герман. Знатоки точных наук и гуманитарий, музыканты, артисты, художники. Перечень видов деятельности, где преуспевают дети Брестского региона, довольно велик. Хотя о своих достижениях они говорят с легким смятением. Мне очень нравится заниматься биологией и математикой. Это очень интересные науки. Когда я занимаюсь, я чувствую, что я познаю что-то новое, то, что ближе ко мне. Мне нравится плести из бисера, иногда некоторые поделки делать своими руками. Почетным участником праздника стал губернатор региона Анатолий Лис. Председатель Брестского облсполкома посетил выставку работ талантливой молодежи края, а также ознакомился с разнообразием видов творческой деятельности, которые сегодня развиваются в регионе. Анатолий Лис отметил высокий уровень мастерства юных дарований и подчеркнул, молодежь Брестской области по-настоящему талантлива. Качеству всегда уделяется внимание во всех сферах жизни, да, тем более в образовании. Качество зависит от того, прежде всего, от уровня квалификации преподавателей во многом, но и, конечно, прилежности детей, новые программы, которые внедряются, но и таким, наверное, определяющим фактором это является количество поступающих в высшее учебное заведение. В нашей области этот процент довольно высокий, высшее учебное заведение поступает вот по этому году 47,3%. 2017 год для Брестской области в сфере образования и науки был по-настоящему плодотворным. Молодежь региона активно училась и трудилась. Юноши и девушки принимали участие в большом количестве конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний. В зале те, кто по праву может считаться лучшими. Для них организаторы подготовили творческий подарок – представление с участием любимых героев мультфильмов и кино. Начиная с 10 декабря во всех районах области проходило большое количество предпраздничных благотворительных мероприятий. В них приняли участие более 200 тысяч детей.